Здравия всем любителям хоккея! Юбилейный сезон в НХЛ завершен, а мы решили поделиться своим взглядом на десятку лучших буллитов сезона 2016-17 в Национальной хоккейной лиге. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Открывает наш топ австрийский аферист Томас Ванек, который таким забавным финтом обманул вратаря Buffalo Sabres. На девятой строчке находится Фил Кессел, который на личном примере доказывает, что в буллитах можно обойтись и без финтов. Звонкий выстрел нападающего Питтсбурга на девятом месте. Восьмое место и Расмус Ристолайнен с буллитом имени Петера Форсберга. Великолепное исполнение. Петер одобряет. Седьмое место занимает Клод Жиру, который своими финтами укачал вратаря Айлендерс. Шестое место мы отдаем Патрику Лайне, который эффектно поразил домик Петера Мразека. На пятом месте буллит от Митчелла Марнера, который мудреным образом обыграл вратаря Оттавы. Судьям даже понадобилась помощь видеоповтора, чтобы убедиться в правильности взятия ворот. Гол в итоге засчитали, а нападающий Торонто занимает пятую строчку нашего рейтинга. Четвертое место занимает неотразимый, как позже убедился Лехтонен, Патрик Кейн. А финский вратарь Далласа доверял Патрику. Он купился на его финт, а тот его обманул. Третье место занимает Александр Барков и его издевательский буллит. В роли жертвы Кэм Уорд. Второе же место занимает тоже Александр Барков. Просто ночной кошмар для вратарей. Как же играючи исполняет буллит и финский форвард Пантер. В данном эпизоде Лундквисту не хватило каких-то сантиметров, чтобы спасти свою команду. Как бы то ни было, Александр Барков — второе место нашего топа. Ну и буллитный чемпион этого года — Никита Кучеров. Слова тут будут лишними. Наслаждайтесь буллитом-победителем. На этом все. Если вам понравилось, ставьте свой хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. А с вами был Филипп Олешев, специально для Fox Hockey. До новых встреч. Пока.